Добрый-добрый день. Давайте еще раз проверим свои микрофончики. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, кто меня слышит и как хорошо. Побежали в чате плюсики, значит, я делаю вывод, что меня слышно хорошо. Секунду. Да, друзья, эхо убрали. Значит, я могу начинать. Еще раз всем добрый день. Меня зовут Олеся Селезнева. У меня немножечко сегодня подхрипывает голос, поэтому, может быть, кто-то меня и не узнал. Я представлюсь вам. Я лидер компании Армель в квалификации 28%. И сегодня моя задача рассказать вам о компании Армель, о продукте, который сегодня многие уже полюбили, и о том, как с нуля, без рисков, без больших вложений, открыть свой собственный бизнес. Скажите, вы готовы услышать эту информацию? Да, спасибо вам за обратную связь. Приятно работать с такой аудиторией, поэтому следующий мой вопрос, так как мы делаем презентацию в основном для новеньких людей, да, скажите, есть ли у нас сегодня в чате люди, которые еще не стали дистрибьюторами компании Армель, они просто присматриваются к этой компании и получают сегодня информацию? Если у нас в нашей комнате гости? Анастасия написала, есть. Да, конечно, я думаю, что многие из вас приглашали своих потенциальных партнеров. Почему я делаю акцент именно на новичках? Потому что именно для вас сегодняшнее мероприятие, и моя цель, чтобы вы максимально качественно получили информацию, ответили, может быть, для себя на какие-то интересующие вопросы и приняли сегодня правильное решение, да? Поэтому давайте так, я сегодня сейчас начну свою презентацию, а после презентации останется у нас 5 минуточек для того, чтобы я могла ответить на ваши вопросы, если таковые у вас останутся, для того, чтобы я не отвлекалась на чат и не уходила с мысли, скажем так, да. И если вдруг будет что-то со звуком, сразу в чат мне сигнализируйте. Договорились? Договорились. Итак, я переключаю слайд. Парфюм – это деньги. Неспроста первый мой слайд стал таким, да, потому что сегодня рынок парфюмерии, он очень-очень растет. Я не слышала ни одной такой какой-то парфюмерной сети, которая бы раз и ушла, закрылась с рынка. Да? А поэтому ниша парфюмерии, она сегодня очень-очень актуальна. И вы сегодня, друзья, можете узнать, как же можно завладеть частью этого парфюмерного бизнеса, и не только парфюмерного. Итак, даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяние. Ну, трудно с этим поспорить, да, потому что действительно не секрет, что сегодня мало людей не используют парфюм. Согласны же, да? То есть, выходя из дома, каждый наносит на себя аромат. И более того, сегодня, если аромат не нанесли, мы как будто бы не в своей тарелке. Это все равно как забыть часы, да? Допустим, уйти без телефона и чувствуешь себя уже как без рук. Вот так же без аромата. Аромат – это наша часть жизни, да, это наш образ. И сегодня мы аромат выбираем не только по настроению, да, но и по образу тоже.
На определенный случай мы наносим определенный аромат. И сегодня есть тенденция, что у девушки, у женщины должно быть как минимум 3, а лучше 5-6 ароматов, нежели один какой-то запах на каждый день. Соответственно, наши ароматы с нашей парфюмерии можно подобрать духи как стилистически, так и психологически, друзья. И это один из наших плюсов сегодня, да, в использовании такого шикарного парфюма, как Армель. Как же это работает сегодня? Да очень просто это работает, проще, наверное, некуда. Основное правило – мы пользуемся сами и рекомендуем магазин. Магазин Армель. Почему магазин? Вы поймете это чуть-чуть позже на слайдах. Мы поговорим еще об этом отдельно, да? Но вот сейчас я хотела бы сказать, что основной плюс – это то, что парфюм – это эмоциональный продукт, который очень легко предложить, который очень легко продегустировать, который очень легко рекомендовать, да? То есть мы начинаем пользоваться сами и рекомендуем. То есть если мне понравилось, мне ничего не стоит труда взять и порекомендовать это подружке, маме, сестре. Много у нас родственников и окружения, да? Поэтому, более того, сейчас происходит и обратная ситуация, когда говорят: ой, а чем это от тебя так вкусно пахнет, да? Потому что парфюм, как я уже сказала, это эмоциональный продукт. Человек слышит аромат, если ему нравится, все, он готов его уже приобретать, он это хочет. И вот при такой ситуации на рынке с этим продуктом это делать очень-очень-очень сложно. То есть спросили, рассказали, понравилось, тоже рассказали. Согласитесь, что это несложно. И сегодня все больше людей переходят на магазин Армель, на продукт Армель, именно за соотношение цены и качества. А знаете, у меня даже в начале моего пути в бизнесе Армель, да, он не так давно длится, с октября месяца, но я ввела термин такой, как антикризисное предложение. И действительно, парфюмерия Армель, не только парфюмерия, да, на рынке это сегодня действительно антикризисное предложение, потому что такого качества аромат, когда мы узнаем цену, то хочется приобрести не один флакончик, а два, и может быть даже и три. Поэтому мы имеем европейское качество и российскую цену, друзья. Это очень-очень-очень важно именно для рынка потребления, да, потому что мы с вами создаем потребительскую структуру, мы работаем для клиентов. Ну что, я думаю, что вы уже наверняка, кто вот новенький, да, кто гости, захотели узнать, что же это за такой интересный продукт, о котором так много, в принципе, уже было сказано. И поэтому я перехожу именно на следующий слайд, который и будет нам рассказывать именно о нашем парфюме. Итак, в коллекции Армель есть две линейки. Это линейка классическая и коллекция амплуа. Классическая линейка – это 20% концентрация. Да? Наши ароматы – это не просто парфюм, это не туалетная вода, это именно духи. Флакончики наши имеют унифицированный вид, и они отличаются номерами. То есть у нас номерная парфюмерия. Мы не навязываем никому ложных образов, да, мы подбираем человеку аромат именно исходя из его, ну, скажем так, вкусовых предпочтений, да. Ароматы созданы во Франции, в городе, на заводе Аржевиль в городе Грасс, куда недавно ездили наши лидеры, они видели, как производятся наши ароматы. Нужно здесь, сейчас, сегодня вам уяснить, что Армель – это самостоятельный бренд. Именно под него формируются
Парфюмированные эссенции готовятся, да, специально для компании Армель, поэтому очень важно правильно позиционировать нашу парфюмерию, не путать с тем, что это копия бренда, что это эквивалент, ни в коем случае, что это не то же самое, это не тестер, не подделка, это качественный бренд, просто о котором еще не так много людей услышали, но это отличный плюс для тех, кто сейчас строит бизнес, потому что мы с вами занимаем нишу рынка, да? Очень многих вопрос волнует, а стойкие ли ваши духи? Друзья, наши духи стойкие, могу вас в этом убедить, так как пользуюсь уже на протяжении полугода сама, но я вас очень прошу не путать стойкость духов и его качество, потому что качество духов, оно заключается отнюдь не в стойкости, оно заключается именно в раскрытии аромата, в тех нотах, которые содержатся в духах. То есть духи – это более такой интимный продукт, который должен раскрываться именно на вас, делать особенную вас, а не то, что аромат должен там вы нанесли, и он разит от вас сутками. Нет, поэтому не путайте стойкость и качество аромата. О стойкости мы можем судить о независимом материале, это может быть глоттер, это может быть шарфик. Пожалуйста, нанесите любой аромат, я люблю в качестве теста использовать 104-й аромат, и вы увидите, сколько аромат этот держится, да, на тест-полосочке. Наши ароматы выполнены в стиле узнаваемых и любимых ароматов элитной парфюмерии. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что мы не навязываем ложных образов, да, и наши ароматы, они созданы на основе уже созданных идей на рынке. То есть любой человек здесь может охотно подобрать себе парфюм. Но подобрать, не исходя, там, допустим, рекламы с телевидения, да, не исходя из ценника на аромат, потому что в магазинах ценники сейчас ой-ой-ой как подскочили, а именно подобрать аромат по тому, исходя, да, нравится он или нет. И, конечно, наша цена 1500 рублей за флакон, это, ну, то самое антикризисное предложение, о котором я вам говорила выше. Итак, это то, что касается парфюмерии Classic. Также у нас есть коллекция парфюма Армель, коллекция Амплуа. Также флаконы имеют объем 50 миллилитров. Это также высокая концентрация, да, 20-процентная. Также ароматы созданы во Франции. Также они стойкие. Ароматы нишевые парфюмерии, чем они отличаются, да? Они созданы для любителей и ценителей парфюма. Не всем сразу нравится эта линейка, то есть к ней нужно быть готовым. Но те, кто любит духи, они обращают внимание сразу на эту коллекцию, потому что она создана по ее парфюмеры создают по именно по своему вдохновению. Она очень индивидуальная, она может раскрываться на теле каждый час по-разному, поэтому здесь именно для любителей, ценителей парфюма вы найдете то, что, может быть, для вас казалось, ну, когда-то неприемлемо, да, чтобы купить в магазине. Потому что цена этих флаконов 2500 рублей. А для тех, кому это может быть показаться дорого, да, вы можете зайти в парфюмерные бутики и посмотреть, сколько же стоит вообще изначально нишевая парфюмерия. И вы поймете, друзья, что для вас откроются вообще новые границы, да, в использовании парфюма. Но в компании Армель есть не только парфюм. Почему я и сказала, что это уже своего рода магазин. Я соглашусь, что наш локомотивный продукт – это парфюм, по тем причинам, что я уже озвучила выше. Этот продукт легко показать, легко продегустировать, да, не нужно там долго времени тратить на какие-то презентации. Достаточно, я не знаю, полминуты, чтобы нанести аромат на кожу и предложить человеку протестировать и сказать, нравится ему или нет, да. В отличие, допустим, от там биологически активных добавках.
там, косметики и так далее, то есть другой ниши, которую сложнее продвигать, да. И помимо парфюма у нас есть парфюмированные бальзамы и гели для душа. Давайте я вам покажу, как они выглядят. То есть они также идут с ароматами вашего любимого парфюма. То есть вы можете подобрать аромат, и к нему же подобрать гель и бальзам. А мы с вами знаем, если мы наносим бальзам и гель, то мы как бы утраиваем запах. На увлажненном теле аромат лучше раскрывается, он дольше держится, и ну, эффект от потребления будет гораздо еще и лучше. Да? У нас есть также средства личной гигиены, это шампуни, кондиционеры, шикарная зубная паста, я бы сказала, одна из лучших, которыми я когда-либо пользовалась и не слышала еще ни одного негативного отзыва о зубной пасте. Также у нас есть витаминизированные напитки. То, что может использовать ваша семья, ваши родные, ваши близкие, да. Также вот написано новинка, но она уже, конечно, давно не новинка. Это средства для волос и масляные комплексы, которые уже очень-очень полюбились клиентам, и тоже очень много положительных отзывов именно о линейке по серии за уход за волосами, чего нет во многих других компаниях, да? Также у нас появилась потрясающая линейка продукции для ухода за лицом. Это крема очищения, сыворотка и крем для рук серии Боремикс, основанная на экстракте северных ягод. Друзья, шикарная серия и также альтернатива цены и качества. Уже многие клиенты и дистрибьюторы переходят на эту линейку и видят результат от использования данной серии. Да, вот Анна Соловьева пишет: моя любимая серия крема. Скоро уже буду вторую партию брать. Да, шикарная серия, не стыдно ее предлагать, поэтому тестируйте, предлагайте друзьям. Также сегодня для нас, коль мы проговорили уже о серии Боремикс, да, есть шикарная акция, где вы можете получить крем для рук в подарок и начать, по крайней мере, его тестировать на себе и давать своим клиентам. Опять же, это очень просто дать крем, протестировать человеку на ручку, да. Акция проста. Мы берем два аромата из серии классической коллекции женской и один аромат из серии мужской. И получаем этот крем в подарок. Причем вы эту акцию можете выполнить не один раз, а два, три, четыре, пять раз. То есть эта акция доступна для вас до конца месяца, поэтому спешите в ней поучаствовать и получить как можно большее количество подарков, да? А любые сэкономленные деньги – это заработанные вами деньги. Помните об этом, поэтому участвуйте в акциях. Я делаю это всегда. Также новый продукт, который появился совсем недавно, но завоевал уже любовь во многих сердцах наших партнеров, это коллекция Green Bubbles. То есть химия без химии. Это высокоэкологическая продукция для дома. И уже у нас даже в чатах, да, есть такой юмор, что у всех проснулся эффект Золушки. Многие хозяйки стали любить убираться, мыть посуду, стирать. И это только начало, потому что линеечка будет расширяться. Могу сказать, что я тоже уже протестировала эту линейку. Жидкое мыло для рук – это любимый продукт моих детей. Они с удовольствием моют руки. У меня нет проблемы в том, чтобы попросить ребенка помыть руки. Они сами бегут в ванну. И к тому же для меня, я думаю, для вас, для многих мам, хозяек, очень важно, что мы используем, да, для себя, для своих родных, близких, для кожи. Потому что сегодня в основном наши дома, они наполнены химическими бомбочками. Да? Химическими бомбочками, понимаете, чтобы бытовая химия далеко не безвредна, очень у многих людей аллергии, и все это у нас стоит на полочках, в шкафчиках, в ванной комнате, где постоянно присутствуют ваши дети, да, животные, мы стираем белье, потом это наносим на себя, удивляемся, почему у нас такая высокая
аллергия. Вот используя эту коллекцию, вы можете оградить себя, своих близких от этого. У нас в мае появились обновленные ароматизаторы, которые можно использовать для дома и в дороге. И они, друзья, шикарные, потому что они имеют запах тоже парфюма. Представляете, вы садитесь в автомобиль, а в автомобиле пахнет не каким-то дешевым резким запахом, а, например, ароматом в стиле там Hugo Boss. То есть у нас есть два мужских ароматизатора и три женских. Я могу сказать, что это отличный подарок себе, вашим клиентам, вашим партнерам. К тому же они очень удобные именно в использовании, потому что там можно написать номер телефона и оставить его в автомобиле. Тоже шикарный продукт и хит продаж. Итак, Армель – это правильный партнер для вашего бизнеса, да? Давайте сейчас поговорим о том, именно почему мы выбираем Армель для построения бизнеса? Почему это отличная платформа для успешного сегодня быстро развивающего бизнеса? Да? Ну, во-первых, это российская компания, это защищенность и легальность вашего бизнеса. Почему, друзья? Да потому что сегодня очень многие компании, которые успешно развивались, да, на рынке, они пострадали от чего? От того, что очень возрос курс доллара. И поэтому многие перестали потреблять продукт, потому что стало дорого, да? То есть, когда цена заведомо завышена, это не ведет к большим продажам. А мы с вами строим именно потребительский рынок, и поэтому соотношение вот этой цены, оно имеет колоссальное, огромное значение для развития вашего бизнеса сегодня. Мы не зависим от курса доллара, и это один из огромнейших плюсов, которые есть у нас с вами сегодня. Второй момент – это профессиональный менеджмент, да? То есть очень важно, кто изначально руководит компанией. Да, я соглашусь, что зависит. Важно, какой продукт мы продвигаем, да, не менее важно, там, какой маркетинг-план в компании. Но кто стоит у руля, это, ну, наверное, один из основополагающих факторов развития вашего бизнеса. То есть, насколько человек понимает, что нужно, да, насколько он наладил производство, логистику компании, потому что может появиться классный продукт, и через месяц он закончится, да? А какова вероятность, что вы построите успешный, быстро развивающийся бизнес? Ну, никакой, да? А здесь я могу с гордостью сказать, что наш основатель компании Вячеслав Демидов, это не просто человек, который с нуля решил просто, да, вложить деньги и открыть бизнес. Нет, это человек, который прошел все этапы сетевого бизнеса со ступеньки именно дистрибьютора. И он понимает то, чего нам не хватает сегодня. Поэтому компания Армель развивается сегодня, ну, очень быстрыми шажками. Я сравниваю это как ребенок, да, который родился и прошел путь до года. Да. Каждый месяц это колоссальный вообще шаг вперед. Вот так же в компании Армель. А за те полгода, которые я нахожусь в компании, ну, просто сногсшибательные изменения, и все это благодаря тому, что человек понимает, он дополнил то, чего не хватало ему, да, поэтому от его видения, от его глобальности мышления зависит и наш успех с вами. И это, друзья, у нас тоже есть. Отлаженная логистика и сервис есть. У нас с вами появляются новые логистические центры. До недавнего времени их было 4, да, это Москва, Краснодар, Красноярск, Казань. А сейчас это и Хабаровск, и Астана, это и Ереван, да. Про Астану, по-моему, сказала уже. То есть масштабы растут очень-очень быстро. И для наших партнеров, допустим, на Дальнем Востоке становится все проще и проще
с приобретением данного продукта. Производится это на крупных и надежных заводах, и стратегия идет именно на расширение ассортимента. Но относительно производства, я уже говорила, да, что недавно наши лидеры были на заводе в городе Грасс, они видели это, как производится, что именно для Армель, да, они дегустировали новые ароматы, которые мы еще не знаем, да, что появится, они их уже продегустировали. И я уверена, что те, кто побывал, да, в самом сердце Франции, у них уже не возникает вопрос, что ой, Армель, это может быть подделка. Нет, конечно, друзья, это наше видение, это наша убежденность с вами. Сейчас в том этапе, в котором находимся мы, это лучший момент для запуска вашей MLM-сети. А почему? Да потому что компания Армель сейчас в стадии роста и в стадии именно занятия рынка. То есть, как я уже сказала, мы имеем классный продукт, который не надо уговаривать людей приобретать. Этот товар очень ликвидный, то есть его с большой охотой хотят купить, у него не страшно вложить деньги, да, хотя в принципе здесь вложения не нужны, мы об этом сейчас чуть позже с вами поговорим на следующих слайдах. И именно сейчас мы находимся в экспоненциальном росте, друзья. Возможно, я сейчас говорю о тех моментах, которые многие не понимают, но есть компании, которые уже находятся в стадии стагнации, да, и это закон рынка, когда мы приходим в компанию, которая уже идет в минус, скажем так, мы никогда в ней не заработаем больших чеков. Да, мы можем заработать какой-то определенный уровень дохода, но не на ту картинку, да, больших цифр, машин, путешествий, уровня жизни, да, поэтому сейчас это самый классный момент. Об этом сейчас не цель говорить, но кому интересно будет, обратиться обязательно к своим спонсорам, они вам расскажут о том, о чем я сейчас затронула, да. У нас очень классный, щедрый маркетинг-план, об этом мы сейчас тоже чуть позже поговорим, да, каким же образом у нас происходит вознаграждение. И наш слоган, наш девиз, которым проникнуты все дистрибьюторы компании Армель, это «Живи, люби, твори вместе с Армель». Итак, я думаю, что после таких слов у многих возникло уже желание узнать, ну как же стать партнером, как же присоединиться к этому магазину, да, Армель, о том, о чем мы сейчас с вами поговорили. Стать партнером очень просто. Нужно приобрести набор дистрибьютора, это папочка с ароматами, где у вас такой классный рабочий инструмент, где все пробники ароматов. Но я бы даже сказала больше. Вы за 1900 приобретаете, за 1950, простите, не просто папку с ароматами, вы открываете свой собственный бизнес. Бизнес без рисков, без вложений, да, потому что, ну, сегодня 2000 рублей округленно, но это сходить 1-2 раза в магазин. Согласны с этим? Открыть бизнес за 2000 рублей, любой традиционный бизнес, а тем более связанный с парфюмерией, ну, это просто нереально. Это нереально, друзья. Даже в интернет-магазине открыть, да, какой-то интернет-магазин за 2000 рублей тоже нереально. Поэтому здесь на собственном опыте я могу сказать реально, когда я приходила в бизнес полгода, 6-7 месяцев назад, в октябре месяце, я приходила с большими минусами. В семье, это были кредиты, это были долги. Сейчас об этом я говорю спокойно, потому что действительно я пришла в бизнес 2000 рублей и смогла качественно изменить свой уровень жизни. Про меня сейчас речь долго говорить не будем. Что вы еще приобретаете за 1950? Вы приобретаете скидку на всю продукцию 40%. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему я говорила о том, что мы приходим на потребление в магазин, да, то есть мы пришли,
сменили магазин, покупаем несколько линеек, да, это и парфюм, и уход за домом, и уход за лицом, и уход за телом и волосами, со скидкой, друзья, в 40%, и при том за то, что мы еще и рекомендуем этот магазин, компании нам плюсом платят, бонус за рекомендацию. Ну, здорово, идея потрясающая, да? Также мы имеем личную посадочную страницу для онлайн-рекрутинга. А также мы имеем возможность выполнить акцию новичка. Она доступна только новичкам. Давайте я вам вкратце скажу, в чем она заключается. А в течение 7 дней действует эта акция с момента приобретения вот такой замечательной папочки. И если мы берем продукцию на 55 баллов, мы в подарок получаем флакон классической коллекции аромата на ваш выбор. Да? Опять же, я всегда говорю, что 1500 рублей не валяются на дороге, поэтому любые сэкономленные деньги, это ваши заработанные деньги. Сделайте акцию новичка, придите в бизнес правильно, да, и вы плюсом получите флакон, который вы можете использовать либо для себя, для личного пользования, да, и начинать собирать отзывы, тестировать, получать рекомендации, либо вы можете продать этот аромат и практически оправдать свой вход в бизнес, да. Это опять минимизирует все ваши риски, да. Ну, и если вдруг, вот, ну, самому такому скептику, а вдруг не пойдет у меня бизнес, ну тогда что? Вы просто имеете ароматы, которыми можете пользоваться под любое настроение. Грубо говоря, вы пошли в магазин и приобрели там в целом там, два флакона духов, да. Также вы имеете личный кабинет на сайте компании для ведения, контроля и анализа своего бизнеса. Сегодня наши кабинеты очень усовершенствуются, очень удобно с ними работать. Видно всю статистику, всю свою команду, все свои начисления. Очень просто вести бизнес онлайн из других городов. Это я уже тоже прочувствовала на себе. Также вы получаете доступ в систему обучения. Да? Все мы знаем, для того, чтобы получить результат, нужно вложить в первую очередь в кого? Правильно, в себя, в свою голову. Да? И здесь у нас есть шикарная возможность обучаться. Как обучаться, я тоже скажу прям минутку-две спустя. И приобретая папочку, мы имеем возможность создать свой пассивный доход. Именно, друзья, пассивный доход, я подчеркну это слово, пассивный доход. То есть это то, когда вы, допустим, отдыхаете с семьей, а вы знаете, что стабильно вы заработаете 30, 40, 50, 100, 200 тысяч рублей. Вот это пассивный доход, который не зависит от вашей активной деятельности, да? Для меня сегодня продажа духов – это даже больше дополнительный доход, это мне в удовольствие. А основной мой доход – это пассивный доход. И для большинства партнеров компании я уверена, что это выглядит таким же образом. Итак, мы имеем возможность с вами заработать на прямых продажах, да? То есть это первый вид дохода – купили за 900 рублей, компании, да, продали за 1500 и получили 600 рублей прибыли. Если мы продаем флакон из коллекции Амплуа, мы зарабатываем сразу не 600 рублей, а 1000 рублей. Как я уже сказала, с этим продуктом очень-очень легко работать. Все хотят приобретать качественный парфюм по такой классной цене, поэтому на продажах здесь тоже можно очень-очень хорошо и быстро заработать. Это быстрые денежки, которые вы можете положить в карман себе и также вашим партнерам. Но поверьте, когда человек придет к вам в команду и поймет, что здесь можно зарабатывать деньги, он уже от вас не уйдет. А делать на таком эмоциональном продукте это очень легко и просто. И это порождает большую дубликацию в бизнесе. А бизнес растет быстро когда? Когда много людей могут вас сдублицировать, то есть сделать то же самое, что вы. Не вы тратите 100% усилий, да, а вы тратите 1%, а остальное ваша команда. Поэтому с этим продуктом это очень можно. Следующий вид дохода – это рекрутинговый бонус.
Если вы принимаете решение рекомендовать продукт, рекомендовать бизнес и начинаете строить свою сеть, то вы имеете возможность получать за приглашенного человека в бизнес 500 рублей наличными деньгами. Представляете, как здорово, да? Наличными деньгами. Привели 5 новичков, заработали 2500 сразу на бонус. И сразу, коли мы заговорили о рекрутинговом бонусе, я несколько слайдов пропущу и расскажу про акции 3 плюс 1. Это акция мая, которая направлена, друзья, именно на рекрутинг. В чем она заключается? В том, что мы приглашаем трех партнеров, да, к себе в команду, в бизнес Армель, и получаем одну папочку в подарок. Папка полноценная, с регистрационным кодом. Соответственно, на этой акции, вот выполнив ее один раз, мы зарабатываем сразу 4000 рублей. То есть 1500 – это бонус за троих человек, да? 2000 – это папочка и 500 рублей бонус с этой папки. 4000 рублей за разовое выполнение акции. А представляете, если эту акцию мы выполним 2, 3, 4 раза, как могут увеличиться ваши доходы и ваш бизнес в целом? Вы просто прочувствуйте эту мысль и начинайте делать ее уже, эту акцию сегодня. И начинайте зарабатывать сами, и будут зарабатывать ваши партнеры. Шикарная акция, которую я тоже уже выполнила. Пассивный доход, да? Как он начисляется? То есть от 3 до 28% мы имеем от сети продаж. То есть в этом бизнесе неважно, не самоцель продавать очень много самим, да? Важно рекомендовать продукт, саму идею. То есть мы продаем идею, и за это компания нам начисляет от 3 до 28% с оборота вашей сети. Представляете, люди, лояльные потребители, которые любят продукт, ходят ежемесячно в магазин, покупают, а вы на этом зарабатываете от 10 до 200 тысяч рублей. Скажите, здорово же? Так, пишут, что нет звука. Друзья, давайте проверим, есть ли звук. Поставьте, пожалуйста, в плюсики. Ага, отлично, есть звук. Значит, у кого звук пропал, вам просто нужно перезайти, друзья. Я продолжаю, потому что у нас остается не так много времени, а сказать хочется очень много. Итак, кроме пассивного дохода, мы имеем возможность участвовать в автопрограмме. Друзья, не хочу хвастаться, но за 2 месяца и 10 дней я мама с двумя детками сделала автопрограмму, и уже вот буквально несколько дней я вернулась с поездки из Крыма на автомобиле Kia Rio. Могу сказать, шикарный автомобиль, который прошел все испытания и поездку по горам, и дождь, и туман, и ветер. Справился. Я говорю, Кирюха, ты просто молодец. Наш автомобиль Kia Rio у нас Кирюшка, да, поэтому вы тоже можете за короткий промежуток времени сделать автопрограмму. Она начинается с уровня 17%, это всего лишь оборот 4000 баллов, 400 флаконов, да, по структуре, это, ну, не так много, это все реально. К тому же я могу с гордостью сказать, что это не только делаю я сегодня, это делают многие партнеры, которые приходят позже меня, позже других партнеров и уже выполняют. Есть примеры, когда мои партнеры за 2,5 месяца тоже выполняют автопрограмму, и это здорово, значит, что это действительно бизнес, который сегодня работает, его нужно делать, да? Также вы можете открыть, стать держателем бизнес-пака и получать 10% от оборота вашего мини-склада. То есть это еще такой вариант традиционного бизнеса, который тоже многие привлекает именно с целью прийти сегодня здесь и сейчас в этот бизнес.
Также вы можете участвовать в доле от общей прибыли компании. И здесь, друзья, цифры уже от 200 до 1 миллиона рублей. То есть, когда вам платится процент от товарооборота всей компании. Как вам, друзья? Интересно такое предложение? Получать прибыль от товарооборота компании. А товарооборот компании сегодня растет, ой, как очень быстро. Это именно тот экспоненциальный рост, о котором я вам и говорила. Растет товарооборот компании, растет ваш чек. Здорово, правда же? Я не вижу причин сегодня не делать этот бизнес. Вот я не вижу причин. Нет еще такого человека, который смог бы меня убедить в обратном. И, конечно, это же путешествие от компании, тоже условия легко выполнимые. Лидеры у нас ездили уже и в Сочи, и во Францию, да. Не за горами, друзья, Грузия, куда мы уже отправимся вместе. И еще масса-масса готовится классных мест, о которых, может быть, мы с вами даже сегодня здесь, общаясь в этом чате, может быть, и не подозреваем. И все это приносит, друзья, пассивный доход. Вы зарабатываете и меняете уровень вашей жизни, да? Расширяете границы ваши. И это здорово. Итак, про акцию мы уже с вами проговорили. Друзья, действуйте. Время – это неисчерпаемый ресурс. Только от вас зависит, что вы будете иметь в жизни здесь и сейчас, сегодня, да, потому что, как я говорю, нам сегодня нужно кормить, одевать деток, мы сегодня хотим путешествовать, мы сегодня хотим ездить на хорошем автомобиле, а не через 5-10 лет, да, сегодня. Поэтому для принятия вашего решения нужно что? Нужно стать партнером уже сегодня, принять это решение. И я надеюсь, что те новички, которые сегодня присутствуют после данной презентации, они примут правильное решение. То есть мы становимся партнером, делаем акцию новичка, то есть стартуем правильно. Как я люблю говорить своим партнерам, бизнес нужно приходить правильно. Да? Почему? Потому что все, друзья, в сетевом бизнесе дублицируется. И если вы приходите грамотно и правильно, также приходят ваши партнеры, и от этого бизнес ваш только-только растет. Мы начинаем пользоваться продукцией сами, да, как я тоже люблю повторять, мы продукт своего продукта. Сегодня, если я куда-то уезжаю, в гостиницах стоят на полочках Армель, в сумочке у меня тоже Армель, папочка Армель, то есть мы продукт своего продукта, у нас даже на автомобиле логотип Армель, и это здорово. Рассказывайте о возможности, о компании, друзьям, знакомым, приглашайте на пользование, да, предлагайте людям альтернативу и при этом давайте возможность выбора. Вот при таком подходе бизнес ваш будет набирать обороты очень быстро. Обучайтесь в системе запуска, друзья, это очень важно. Система запуска включает в себя несколько моментов, да, это в том числе и сегодняшняя презентация, на которой вы присутствуете, поэтому прививайте своим партнерам вот это правило бывать на презентациях, приглашать людей. Также это... Вот я переключу слайд. Каждый четверг для всех партнеров компании «Армель», также в час по Москве и в 21 по Москве, это именно обучение системе запуска. То есть здесь вы не одни, а здесь с вами система, которая позволит вам пошагово прийти в этот бизнес, легко начать и строить его, и получать доход. Да? И для тех, друзья, кто сегодня примет решение присоединиться в компанию, уже в четверг я вас приглашаю на школу уже для партнеров компании «Армель», которые ведут каждый четверг разные спикеры, успешные лидеры. И каждый раз я слушаю каждого спикера с новой ноткой, узнаю, что там для себя новое и ценное. Поэтому спасибо всем тем, кто принимает участие в данных вебинарах.
И также неотъемлемой частью системы обучения являются мероприятия компании, друзья. Тоже не имею права не сказать коротко, время неумолимо бежит, но в двух словах скажу, что одно из ближайших таких мероприятий, оно произойдет в июле 15 и 16 числа, 15 числа в Красноярске и 16 числа в Москве. Это школа ключевых лидеров, куда попадают партнеры от квалификации 12% и выше. Друзья, это не просто мероприятие, на котором там вы съездили, потусовались и уехали, да? Это обучающее мероприятие, после которого вы сможете понять, как стать лидером, как работать с командой, да? Как воспитать в себе лидерские качества. Поэтому партнеры, которые приходят целью именно построения бизнеса, вам там нужно обязательно быть. И компания сегодня делает все для того, чтобы как можно больше людей попали на это событие, на школу ключевых лидеров в июле. Для этого вам нужно в мае-июне сделать всего-навсего 12%. А начать это нужно с элементарно простых вещей. Оформиться, да, прийти в бизнес, стать партнером, начать с простых шагов, элементарно сделать акцию 3 плюс 1, как минимум один, как максимум энное количество раз. И очень несложно сделать 12% за месяц-два. Поверьте мне, моему опыту, ваши наставники вам обязательно помогут спланировать этот результат, этот рост. Но на этом мероприятии откроется новое видение и масштаб вашего бизнеса. И те, кто побывает на этом мероприятии, имеют шанс побывать на следующем мероприятии, которое будет в октябре этого года, также в Москве. Это событие премиум, это день рождения компании. Нашей компании будет 2 года, да? Это то мероприятие, с которого, друзья, начинается бизнес, да? Потому что здесь открываются горизонты увиденного. Вы видите бизнес не через сквозь замочную скважину, а перед вами открывается дверь. Потому что вы видите лидеры, да, лидеров, которые стоят у истоков компании, вы можете с ними познакомиться лично, вы можете обучаться у них, вы сможете увидеть руководство компании, оно у нас шикарное, да, основатель компании, семья Демидовых, Вячеслав и Яна, у нас шикарный директор по маркетингу Александр Шудеговой, благодаря которой просто свой бизнес поставили на новые рельсы. Я думаю, что многие партнеры сейчас, ну, сидят и соглашаются со мной, правда же, да, по поводу нашей системы обучения. И я именно пришла в компанию именно с события премиум. Я 5 числа оформилась и 20 была уже в Москве на премиум событий, и именно оно дало мне толчок для быстрого старта, для правильного и грамотного ведения бизнеса, да. Поэтому я рекомендую быть на всех событиях компании, и это будет только-только вас продвигать вперед. Ну что, друзья, в принципе, мои слайды, они закончились. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы были сегодня таким дружным составом в этом вебинарной комнате. Скажите, есть ли у вас какие-то вопросы? По-моему, в чате какие-то вопросы были, но я, к сожалению, не смогла на них отвечать, потому что была занята презентацией. Оксана, привет, пишет, что уже купили билеты. Да, конечно, очень важно покупать билеты уже сейчас. Наша семья, я и Владимир сразу же выкупили билеты, как только они появились в личных кабинетах, потому что мы с вами можем выбирать уже даже и места, поэтому быть на мероприятии уже нужно с командами. Поэтому все акции, они неспроста, да, они для того, чтобы вы были сами и были с командой. Будет ли запись вебинара, спрашивает Ольга.
Оль, ну, вообще записи бывают, да. Запись можно делать для своего личного архива, но не для выкладывания в сеть. Для чего? Для того, чтобы прививать вам и вашим партнерам бывать на мероприятиях онлайн, да, слышать спикера здесь, сегодня и сейчас, а не в записи. Поэтому для тех, кто не смог побывать, возможно, запись, кто-то записал, запись будет, да, но не для того, чтобы ее раскидывать в соцсети, потому что если ваши партнеры научатся быть на вебинарах и звать своих гостей, вы увидите, как ваш бизнес будет расти вперед. Это правильный подход, друзья. И сегодня наш бизнес имеет именно такую тенденцию. Спасибо для тем, кто пишет такие приятные, добрые слова, что меня очень приятно слушать. Спасибо, очень приятно читать такие отзывы. Я очень рада, если вы мотивировались и с новым вдохновением начнете строить ваш бизнес, да, потому что до окончания месяца еще сколько у нас? 8 дней, друзья, за 8 дней можно свернуть горы, да, не нужно откладывать все на последние дни. Наш бизнес, ваш бизнес, он должен быть планируемый, но за 8 дней можно достичь больших результатов. Опять же говорю, все из собственного опыта, да, потому что есть моя любимая коронная фраза, которая стала моим уже девизом: судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Друзья, вижу, что вопросов практически нет. Поэтому давайте так, если остались вопросы, можете смело мне написать в личку, а я не буду задерживать ваше драгоценное время, потому что сейчас у кого-то разгар рабочего дня, и кто-то с новыми силами пойдет, начнет приглашать в бизнес, кто-то из вас примет решение. Кстати, новички, которые были сегодня, гости, обратитесь к тем людям, которые дали вам ссылочку на сегодняшний вебинар, и они вам помогут стать партнерами компании Армей. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо, что были сегодня со мной. Всем удачного дня. Всем пока-пока.